Проезжая часть нередко становится одним из опаснейших мест для водителей и пешеходов, особенно для детей. Чтобы обезопасить себя и своих близких, достаточно соблюдать простые правила дорожного движения. Безопасности поведения жителей на дорогах в Сочи сегодня уделяется особое внимание. В год транспорта и дорог, объявленный главой города Сочи Алексеем Сергеевичем Копайгородским, продолжаем повышать качество пассажирских перевозок. Необходимо отметить, что у нас продолжается масштабное обновление автобусов на маршрутной сети города Сочи. И в целом автотранспортные предприятия не только обновляют автобусы, но и также проводят постоянные инструктажи. Сотрудники автобусных парков решили напомнить детям о важных правилах, которые необходимо соблюдать на дороге. К примеру, о том, как правильно заходить в автобус и выходить из него, как безопасно переходить дорогу. После теоретической части урока четвероклассников ждал сюрприз. Каждый смог представить себя водителем и посидеть за рулем настоящего автобуса, который ждал ребят во дворе школы. Подобный открытый урок прошел в школе впервые. По мнению педагогов, такие уроки должны проводиться как можно чаще. Как известно, дети этого возраста, младшего школьного возраста, они большую часть своего свободного времени проводят на улице. Мы живем в густонаселенном районе. Вот. У нас здесь очень много площадок, но в то же время очень много дорог. И поэтому это мероприятие важно. Я надеюсь, что после него результаты, конечно, будут заметны. Сами ученики получили большое удовольствие от открытого урока. Юные горожане стараются соблюдать правила дорожного движения, но вспомнить о них вновь уж точно не лишнее. Мне больше всего понравилось сегодня, как к нам приходил человек в класс и объяснял правила дорожного движения. Мне понравилось, когда мы шли осматривать автобус и практиковались. Стоит отметить, что подобные уроки безопасности проводятся на постоянной основе в 11 регионах страны. Теперь они станут регулярными и в Сочи. Валерия Сачи, Дмитрий Говорков. Время новостей.